Фонд «Инсан» принимает заявки на совершение обряда жертвоприношения на Курбан-Байрам. Любой житель республики может стать участником акции «Мясо в каждый бедный дом», просто заполнив купон и оплатив стоимость барана в размере 8500 рублей. Выбранная при заполнении заявки часть жертвенного мяса будет доставлена на дом заказчика на такси. Остальное распределят среди нуждающихся из числа подопечных «Инсана». Так можно совершить обряд, не выходя из дома. За вас все сделает благотворительный фонд. Подробности по номеру, который вы видите на своих экранах или на сайте fondinsan.ru. Мы планируем в этом году распределить более 80 тонн жертвенного мяса среди подопечных фонда «Инсан» по всей Республике Дагестан. Мы призываем всех принять участие в этой акции. В свою очередь фонд берет на себя обязательства за вас закалывания, разделки и доставки.